Если вы хотите набрать мышечную массу правильно, то есть без прибавления жира, вам необходимо придерживаться в обязательном порядке несколько важных правил, которые помогут нарастить мышечную массу без увеличения жировой прослойки, если следовать определенной схеме. Если вы хотите нарастить мышечную массу, вам нужно увеличить суточное потребление калорий практически вдвое. Но с таким условием, что вы должны использовать набранные калории для усиленных тренировок. То есть цель – много кушать и усиленно тренироваться. Главное – употреблять больше сложных углеводов и белково-содержащей пищи. И никаких вредных продуктов – мучное, сладкое, газировка, копчености – и тому подобное. Употреблять пищу необходимо от 5 до 6 раз в день, через каждые 2-3 часа. Важно не допускать чувства голода, так как вы запустите процесс по разрушению мышц. Также не забывайте про воду. Чем больше вы пьете, тем лучше не только для мышц, но и для организма в целом. Итак, вы стали употреблять большое количество полезной пищи, а теперь вам необходимо пустить набранные калории в нужные русла. То есть, хорошенько покачаться. Для роста мышечной массы делаем упор на силовые нагрузки. Например, 65% силовых и 35% кардио. Но помните, если у вас имеется лишний жир, прежде чем стараться нарастить мышечную массу, вам необходимо избавиться от лишнего жира путем правильного питания и физических нагрузок. 65% кардио и 35% силовых тренировок. Так как после того, как лишний жир сгорит, вы заметите на теле мышцы. Поэтому выполняйте и кардио, и силовые упражнения. Это поможет вам сжечь жир и набрать мышечную массу одновременно. You better bring a strap and a vest. If we really gotta do this, then I gotta... Наверняка каждый мечтает о красивом рельефном теле, на котором нет ни грамма лишнего жира. Добиться такой формы может каждый. Просто кому-то необходимо больше времени, а кому-то меньше. Но результат ждет всех одинаковый. Тренироваться для набора сухой мышечной массы необходимо не менее 1 часа. Это время мы распределяем так: 40 минут силовой нагрузки и 20 минут кардио. Не забывайте про баланс. Правильное питание с большим содержанием протеина и интенсивная тренировка. Теперь вы знаете, как набрать мышечную массу и убрать жир, поэтому смело приступайте к осуществлению своей мечты. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! I know it's the wrong answer, a no chance. A holes in your chest like lung cancer. A rope dancer, boy the stakes is high. The fucking game is mine, I'm not afraid to die, yeah. The way up is always longer than it seems. So if you're morbidly obese, you shouldn't do that to your knees.